Всем привет! Вы находитесь сейчас, точнее, мы находимся сейчас в кастом бокс Добрянка, тюнинг грузовиков. Вот здесь у нас ремонт механизмов сидений, переделка там поролончики, все делаем. Это, конечно, прикалываюсь, но зато все равно звучит. Вот здесь у нас изготовление матрасов, то есть подбираем пружинные каркасы, собираем. Это обшивка салона у нас. Здесь она просто сохнет. Вон тоже поролоны Сидух. Все это процесс подготовки грузовика к рейсу. И как вы все поняли, у меня появился, вот, кстати, спалка, крепление спалки. Так, и как вы все поняли, у меня появился новый грузовик. Так, сейчас я ведро поставлю. Вот такой вот. Это у нас Renault Magnum 2006 года с двигателем DXi D12. Выставили мы его, что он такой высокий, выставили на откаты, поставили, ну, наехали на бруски, чтобы был повыше, чтобы можно было лазить. Так, объем работ. Значит, надо сделать весь пластик, все крепления вот эти поломанные. Потом замена была вот этих кронштейнов, старые. Где же старые, я даже не знаю. Уже где-то валяются. Это поставили уже с Евро-5 алюминиевые кронштейны, а стояли родные, вот такие вот железные типа. Потом, значит, это мы поменяли, крылья вон там лежат. Потом, вот еще вопрос с центральной смазкой. С нее вот эта вот трубка торчала и вот эта торчала. Я не знаю, я ее сюда прикрутил, но, наверное, она не отсюда. Ну, разбирал, а еще вот этот колпак не могу одеть, может, кто знает. То есть его одеть, провернуть не хватает силы. Потом у нас выхлопная труба. Отпала банка. Вот такая вот банка. Она отпала. Мы ее ставить не будем. Получается, у нас самого глушителя выходила вот эта вот труба, и от нее шла уже вот та вот банка, про которую я говорил. Но мы поставим вот такой вот с нержавеечки колено, вот так вот чик, и получается, дуть она будет прямо в асфальт. Так, где же все-таки? Так, вот это сохнут уже, покрасил я. Короче, делаю сразу несколько дел. Вот они, покрашенные ручки, которые стоят вот здесь вот. Так, самое, так, это все, что же, это поворотная сидуха, которая разобранная, будем ее делать там, ремонтируем чехлы, перетягивать не буду, пока денег нету. Будем так частично подшивать, кусочки ткани менять, которые рваные. Так, самое главное, смотрите, какая свинья тут ездила, я не знаю, как по-другому назвать. Вот он, потолок получается, ну, чтобы видно было до и после. Вот оно до и после. Все это разбирается, вымывается. Моющий пылесос, химия. Заливаю в эту фросю химию. Вон щеточки. Все это трем дело. Да, вот видите, разница какая. Водительское сиденье уже не выкидывал, потому что, чтобы потом все собрать назад. Буду частично. Этот угол разобрал, все почистил, соберу этот угол, возьмусь за этот угол. Также потом это сиденье все соберу, возьмусь за то. В принципе, такие вот дела. Холодильничек, который просто дуечка.
для бутылки. Основного нету, заберу со своего старого. Так, как он появился, этот магнум, блин, хоть бы не упасть. Я свой магнум не продавал. Вот, а продали мы папин ман, который был лесовоз вместе с прицепом. Вот, и папа забрал мой. А на этом буду ездить я. Ну вот такая вот. Так, вот это все тоже купил, все будет меняться. Все будет меняться. Машина 2006 год, коробка автомат. 480 лошадей. Ошибки горят. И резина более-менее нормальная. Стоят бомбы спереди 55-й. Машина вся на алюминиевых дисках. Все 6 дисков алюминиевые. Причем запаска тоже алюминий и тоже под на руль бомба. Так, вот здесь у нас вот эта банка была, которая отпала. Так, коробка iShift. Вот тоже вот эти патрубки потекли. Уголки взял с, по-моему, или с газели. Ну, короче, в ГАЗ-УАЗ. Магазин силиконовый по 110 гривен. Второй еще не поменял. Это я просто в дороге поменял. Надо будет лить тосол. Так, купил уже эти шланги. Вапка. Фирмовые. Потому что тут такое недоразумение висело. Так. Кто знает, подскажите, насколько вот этот бак литров. По-моему, 600. Но я точно не знаю. Ну, как-то так. Будет полный обзор машины попозже. Это просто решил снять, как готовим машину к рейсу. Пока так буду, то есть, ну, помою салон. Все первое необходимое там сделаю. Вот, пошприцую и поеду. А потом, потому что надо деньги зарабатывать. Потому что вот машину только взяла, уже, наверное, $1000 потратили. Меняли лобовое стекло. Потом всякие автономки, датчики. Не работал ни один стеклоподъемник. Люк тоже это самое буду делать. Там получается. Ну, сейчас шестереночка в доме. Просто заказывал, так возле компьютера лежит. Ух ты, блин. Так, а где я? Я же его где-то тут ложил. Ложил. Наверное, все-таки не здесь. Так. Да, это вся пластмасса тоже будет мыться, чиститься. Вот он, этот моторчик. В моторчик влаживается шестереночка. И эта шестереночка провернулась. Подходит она с Land Rover, по-моему. Не по-моему, а мне сказали в магазине, то есть я по размеру. По размеру все, все размеры, количество зубцов отправил, они подбирали и нашли. Они занимаются пластмасками, именно ремкомплектами, стеклоподъемником, всякого такого. Вот и подобрали, короче, с Land Rover. Ну, еще не знаю, придет, посмотрим. Увидите, какое все грязно. Вот. Вот. Ну, я не знаю, может, камера не передаст, темно, но оно такое все. Очень грязное. Так, это корпус был за водительское сиденье, тут холодильник был. Но я всю эту тумбу вырезал. Вот она, тумба эта. Получается, я ее вырезал, выкину тут, наверное, килограмм 10 металла. Просто будет у меня, не будет этой тумбы там, а будет просто ящик, полка подниматься. И будет просто стоять холодильничек, ящичек там с какими-то посудинами. Так, ну ладно, наблюдайте. Оставайтесь в канале, да, наблюдайте. Как это вообще машина, не знаю, пойдет она, не пойдет. Страшно, электроники куча, да плюс еще и автомат. Пробег у нее, кстати, где-то 1 200 000, там 1 130 000, что-то такое. Так, ладно, наблюдайте дальше.